Манечка? Пища, пицца в чем? С чем? Мы пиццу сегодня не кушаем. У нас сегодня десерты, чай, кальян, сок, роллы. Она ко мне зашла. Как у вас дела? Что вы делаете? Кофе с сахаром хоть? Да. Кофе нету. Есть чай. Суриной жене пишет, что почему никогда не показываете своего сына? Она пишет, по воле Божией, покой. Кальян тут нормально делает. Где тут? Мариночка. Карин, вы уже дома или еще на день рождения? Нет. У нее рабочий страница, у нее есть личная страница. На день рождения. Я видела фотографии, ты очень красивая. Занята тем же, что и ты. Нам надо как-нибудь выскочить тоже. Но ты не приглашаешь. Мне придется это сделать. Называется неаполитано. Да, хороший кальян. Аиш. Нашла музыку там. Алка, там Эрика в полиции. Быстрее! Один раз. На, покури. Я пока пообщаюсь. Сучка, я всегда за. Тогда как-нибудь выскочим перед моим отъездом. На следующей неделе, может, на выходных. Май, на следующей неделе ты с нами. А что? Что, забыла, что ли? По традиции. Каждый день после бани. После баньки. Не кричи. Эрика. Расскажите, что вы делаете, как проводите вечер. Мальчика, почему вода была прозрачная, стала черная? Потому что наши легкие там.
Да, легкие. Плавают внутри. Почему изначально она была прозрачная, сейчас такая грязная? А, вот это вот? Это табак. Такая молодая, не скажет, что мама двоих малышей. Спасибо большое. Еще не видела, что нам сегодня. Насчет. Ага. Детей? Мы приехали. Тетеньки, да, да. Машины ходят сидеть даже. Она говорит, это все ваши. Да. Прямо вот все ваши, не племянники. Да, мы хотим все деньги мира заработать. Она же говорит. А да, это не круто, не молоденько. Курите на здоровье. Закажи Геру. А может лучше Макдак? Чикенбургер. Чизбургер. Так, все те, кто зашли в эфир, переходите на сайт ДК София и бронируйте билеты, пока есть места. По промокоду Мариамик у вас есть. Мариамик. Увидимся 3-4 декабря на концерте. Не, я, конечно, не заставляю, но лучше забронировать. Просто у маленьких с каждого билета 50% подкаты. Да. 50, может, сразу 100? Сколько стоит билет? 3 декабря. Билеты от 2500 до 5. 4 декабря от 4000 до 8. До 8. До 10. Там до... 10 тысяч круглая стола, 10 тысяч. Ну, значит, 10. От 4000 до 10. От 4 до 6 уже сюда. Нет, не все, там еще есть. Заходим, бронируем, пока есть места. Обещали за рекламу? Меня. Позвать на праздник? Позвать на праздник. Меня. 10 это на 10 это на Успенской. Нет. Балкон. Нет. Да. 10 в зале вот прям перед сценой. 8. 10. 8. Зайди. 4 числа. А ну что там? Захожу. Купить билет. Знаешь, сколько стоит басков? Басков? Да. Сколько? 5 миллионов. В смысле, билет? Баскова на концерт. А, позвать его? Ничего себе, Басков. Для близких 15. Нет, нереально 8. Знаешь, уже много вы забрали. Алка, там мальчики, полиция Эрика пьет, я уже шарики. Ваня, 8. 8. И потом они говорили мата, слушай, они били по животу Эрика. Да, и мата говорили. И завалили. Каренчик, тихо. За 4 тоже можно Баскова. За 4 тоже можно Баскова. Через. Это было давно. За... Не, 5 миллионов это было давно. Да. Сейчас у него, наверное, как забронировать билеты? Концерт сделан.
как? Заходим. Легче будет зайти ко мне на страничку. Под моей фотографией, где у меня видео, там отмечено ДК София. Заходим туда. Потом заходим к ним. Под шапкой профиля есть этот, ссылочка. Заходим и бронируем билеты. В случае возврата, если вы не можете прийти, вы можете легко вернуть ваши деньги и не приходить на концерт. Так что заходим и бронируем, пока есть места. Ладненько, я побежала. Всем хорошего вечера. Не забываем про билеты. Не забываем про лайки, комментарии. Про комментарии. Канала еще нет. Мой телеграм-канал, заходите, лайкайте. Телеграм-канал только для своих. Я закрыла.